что можно посмотреть даже в этой самой. Все наши сотрудники, это все потенциальные руководители на случай боевых военных действий. Поэтому должны быть. Даже дамы? Даже дамы. Они не дамы, они министры в этом смысле. Да, ну а как? Будет присвоено воинское звание, будет исполнять обязанности. Все хорошо. У нас, кстати, женщины-генералы есть. Первый, когда вы сами сбылись.